в Портнов компьютер-скул хочу пойти учиться я. Работу скоро получу и денег вуаля. Как она с французским? Excuse my French называется. И денег вуаля. О чем ваш канал? Вот это вопрос. У нас канал многоплановый. Он в целом о жизни в США. Вот я так думаю. О жизни в США. Ну, конкретно, вот, может быть, в Кремниевой долине. Но мы так, в общем-то, и обо всей стране болтаем. Такой, я бы сказал, про Америку канал. Ну, а так, в целом, если шире брать, так и о жизни там, и пофилософствовать на разные темы. Ну, в основном про Америку, конечно. Для тех, кто смотрит наш канал, я эту песню написал. Для тех, кто ищет правды в интернете, главный мотив нехитрый взял, потом слова нарисовал. Что вышло, дал жене послушать, не светит. Жена сказала, как всегда, что песня это ерунда. Мотивчик прост и нету содержания. И раз ты из СССР, бери снисхождение, например. И Мандельштам достоин тоже подражания. Вот я сказал, прости, жена, но на дворе стоит весна. И рифмы генерит мое сознание. Нас смотрят тысячи землян, и я желанием обуян. Стихами им вернут мое признание. Сказать, как я вас всех люблю, и Бога каждый день молю. Я так хочу, чтоб он меня услышал, чтоб не закрыли наш канал, и чтобы голос не пропал, и чтоб YouTube из бизнеса не вышел среди тропинок и дорог, чтоб я плечом отставить мог всем тем, кто ищет путь, достойный в жизни. У нас на всех одна страна, какое счастье, что она нас не заставит больше жить при коммунизме.